Добрый день. Находимся мы в Таиланде сегодня, 20 декабря. Отель Амбассадор. Вот пришли на пляж. Такой вот пляж на территории отеля. Пляж здоровый. Тут и волейбольная площадка. И на травке можно полежать, поспать, отдохнуть. Мы вот уходим, берем шезлонги. Вот уходим. Лежаки тут, правда, такие вот шезлонги сидячие. Мы уходим от общей массы, вон там, как муравьев. Уходим подальше. Здесь очень хороший песок. Вода великолепная. Но, правда, к вечеру бывает, почему-то море пачкается. Откуда-то появляются пакеты, приносятся, эти стаканчики, бумажки. А так вот с утра великолепная прозрачная вода. Супер. Тут вот рядом с нами бананы. Это эти скутеры. Но, правда, почему-то, блин, они берут тут 1500 бат полчаса. Это какая-то дурь вообще. Это 3000 рублей на наш, полчаса я буду тут по пляжу туда-сюда гонять. Король пляжа. Сделал бы 10 бат, ой, 10 минут по этому народу было. Вот сколько мы тут на пляже, меня никто не берет. Вот все приходит. За 3000 это есть, допустим, экскурсия в Мадагаскар. Стоит тоже 1500. Ты с утра уехал на целый день, тебя 3 раза покормили. Алкоголь включен полностью, ты этот, отдыхаешь, на островах тебе привезли. Этот, и тут на этой помойке полчаса за 1500. Какой-то априори бред. Ну, поэтому он этот. Сейчас сегодня волейболистов нет, и тут проводятся постоянные даже турниры на вылет. Тут у них свои команды расписаны. Вот я думаю, может, уехали. Но они обычно попозже приходят. Тут, говорю, проводится, говорю, подход, они идут, таблицы у них, тут, говорю, битвы. А так, говорю, вот тут вот народу поменьше, садом зайдем. Мы ходим подальше, чтобы по спинёвке. Можно пройти, вот там уже впереди виднеются кафешки, можно пивка взять, выпить, покушать сразу. Завернул тебя с собой на пляж, пришел сюда, сел, поел. Ну так-то, в принципе, нормально. Говорю, единственное, почему-то после обеда ты умеешь играть. Сейчас пойду. Рядом с отелем Амбассадор открыли какой-то новый отель. Вот, великолепный отель. Вот, шикарный. Территорию обустраивают, такие лежаки у них классные, зонты. Великолепно. Так, очки снимать, наверное, не буду, пойду. Очки у меня такие вот, специально. Как типа свернул, на руку одел. Можно плавать, не слетят ничего. Одел, прижал. Вообще великолепно, 27-28, не меньше. Мы на пляж приходим уже в 7 утра, мы на пляж. Берем уже шезлонг подальше отходить. В 9 утра тут уже жара, сейчас, наверное, градусов 32-33. Сейчас, в данный момент, 9 утра. По пляжу постоянно носят креветки, кукурузу, ну, как обычно, как везде. Кукурузу 20 бат, но если с ними торговаться за 15, ну, мы, естественно, не этот, жалко их.
их труд, хотите 5 рублей, 10 рублей торговаться, как люди торгуются. Они и так беднички ходят по этому песку, по жаре. Целые эти у них висят тут, тут, тут. Вот берем постоянно кукурузку с пивом. Брали креветки. Мама, креветки мне такие не понравились. Я вообще королевские не очень люблю. А креветки, по-моему, 120 или сколько? 150? 120. Большая 120. Порция. Да, большая порция, что, естественно, здесь здоровые там креветки. 11 или 12, да. Ну так, в принципе, все хорошо. Все это. Чуть подальше там. Бассейны начинаются с территории. Вот это самое большое здание. Это Марина Амбассадор Тауэр. Вот там рядом бассейн прям на крыше. Белый океан, великолепный. Вот тут бассейн на крыше у них. На пляже бассейн. Пройти туда. Подальше. Там вот народ кипит, кишит друг на друге. Ну там, да, народу море. Но мы уйдем, будем плевать друг другу на голову. Ну, в принципе, хорошо нравится. Может, кому нравится, когда чужое дитё бегает, тебе песком сыпет. Мне это не очень прикалывает. Ну, так что, отель, сама территория великолепная, супер. Рекомендую, чисто из-за территории. Ну, может быть. Ну, на окраине, до города добираться тогда. Ну, до города. Ну, что, мы съездили и на Волтин-стрит, и на этот. Везде все доступно. Сели тук-тук, сели этот, такси. Отсюда до Волтин-стрит 300 рублей ночью, 300 бат, ну, 600 рублей такси. Но это уже ночью, когда никакие тук-туки, ничего не ходят. Сходили в Волтин-стрит, посмотрели. Шоу посмотрели, леди боев, и каких-то только там чего только не было, аж, блин, вспоминать, блин, не хочется. Приезжайте. Вот туда зайдешь, ну дорого они очень берут. Все. 1500. Пока. Пока. Все, пока. Люди его спрашивают сейчас. Пожалуйста.